Это небольшое помещение неподалеку от площади Ленина хорошо известно любителям искусства. Проходящие здесь выставки камерные и всегда аутентичные. Не исключением стала и графика двух авторов – Алексея Маркина и Ольги Лобановой, приуроченная к приходу весны. Техника, любимая Ольгой – масляная пастель. Ее графике присуща определенная ритмичность, праздник цвета и тона. И в этом смысле ее работы очень весенние по настроению. Беспредметное искусство, вот я вот уже тут рассказывала, у меня просто папа моей подруги, очень такой замечательный был художник Юрий Кабанов, у него была группа Стерликова, известная такая, то есть Стерликов был ученик Малевича, то есть и у них были, понятно, какие работы, то есть меня всегда это очень вдохновляло. А вот графика Алексея выполнена в технике гуаши, и первое впечатление от его пейзажей – динамичность, движение, жизнь. За последний месяц все сделано. Я рисую бессознательно. Я не выключаю голову, когда рисую. То есть все делает рука. Я бы так сказал, вот левая рука не знает то, что делает правая. Ляпаю, потом, значит, включаю мозг, смотрю, хорошо получилось или нет. Если годно, значит, все это наше откладывается в одну папку. Негодно – в другую. С таким ярким впечатлением от цвета, композиций, линий выходишь из салона на Старом Перекрестке. Графика авторов будет представлена здесь в течение 2 недель.